Писем нет нигде. Я уже везде искал. Может быть, их не было вовсе, этих писем. Она сама нам о них говорила и пыталась нас шантажировать. Если ты еще раз поднимешь свою гениальную голову или фыркнешь, Григорий Сергеевич, я твоего ребенка скормлю собакам. Вот. Вот твое место. Очень красиво. Слушай, а где ты все это взял? Я азербайджанца ограбил. Такого большого-большого, толстого-толстого, с большими-большими усами. Он бежал со мной по всему городу и кричал. Знаешь, что кричал? Салям алейкум кричал, представляешь? Бежал за тобой по всему городу, орал. Салям алейкум. Вот с таким кинжалом. Я как щенок. А что, какой у нас праздник сегодня? Молодой человек. Дай, пожалуйста, вот это. Дайте. Спасибо, спасибо, спасибо. Григорий Сергеевич, позвольте представить вам и вашей супруге ведущих сотрудников вашего завода. Свиридов Иван Иванович, старший научный сотрудник. Очень приятно. Мне будет памятна эта минута. Спасибо. Иволгин Эдуард Анатольевич, фармаколог. Очень приятно. Я рада и... Я надеюсь, что увижу вас завтра на открытии нашего скромного предприятия. Я тоже надеюсь. Непременно. Чемунидзе Картлос Илларионович, химик, лауреат государственной премии. Но вот я, к сожалению, в химии ничего не понимаю. Хотя знаю, что H2O плюс пшено будет... Что? Каша. Молодец. Швиденко Ирина Петровна, заведующая лабораторией. Спасибо, что вы с нами. Я очень много слышала о вас. Вы очень талантливы. Ну что вы? А как называется ваша лаборатория? Трихинобиология.
Выключи камеру. А в чем дело? Ну, выключи, я сказал. А то я сам выключу, не починишь. Я рада, что вы будете работать вместе с Григорием Сергеевичем. Что за угрозы? Опять цензура? Идем со мной, надо поговорить. Профессор Зубарев, врач, химик, заведующий лабораторией. И врач, и химик. Рада. Панкратов Игорь Леонидович, дизайнер. Святая святых, кабинет Островского. Не курить, не пить, но ты журналист. Тебе позволено многое. Я был там груб в зале? Да. Здесь буду еще грубее. Ты свою работу любишь? Допустим. Ну, а как тебе Григорий Сергеевич? Силен бродяга? В каком смысле? Ну, как человек, как бизнесмен, как политик. Силен. Скоро он будет мэром города. Да? Ага. Хочешь получить эксклюзив на репортаж о нем? О его семье, о его работе, о его хобби? А он очень любит стрелять из ружья. Вот это интересно. Станешь хорошо кушать, деньжата появятся, заначки от жены начнешь делать. Какие условия? Условие только одно. Никакой свободы слова. Не понял. Социалистический реализм. Говорить и показывать будешь только то, что тебе скажут. Так забавно. Вы меня покупаете. С потрохами. Но ты попадешь в хорошее общество. Григорий Сергеевич человек чести, умница, патриот. Он фантастической силы любовник. Его прадед был другом Столыпина. Усек, каких людей надо поддержать и оградить от всяких нахалов. Поэтому ты должен взять в руки вот это. Паркер. Ну так как? А если я откажусь? Воля твоя. Но тогда я скажу тебе, катись отсюда к чертовой матери. Иди и работай по заветам Эрнеста Хемингуэя. И добавлю, через пару лет ты нищий, спившийся, окочуришься под забором. Когда у меня первое интервью с Григорием Сергеевичем? Thank you.
Здравствуйте. Здрасте. Можно войти? А вы кто? Я из предвыборного штаба нового кандидата на пост мэра. Вы тут хозяйка? Да, я. А где же хозяин? А он на работе. Он сейчас придет с минуты на минуту. Я собираю подписи в поддержку нашего кандидата. Сколько у вас тут цветов-то? Извините, мне надо идти. Вы актриса? Нет, я прошу вас. Певица? Нет, я не певица. Пожалуйста, уходите. Вы что, не хотите поставить подпись в поддержку человека, который... Не хочу. У вас есть работа? Есть. Ну, а завтра ее может не быть. Работа, она как жизнь. Сегодня есть, а завтра... А завтра нет. Не подходите ко мне! Катя! Олег! Чего с дверь-то нараспашку? Мама! Здравствуйте. Здрасте. Это вам. Возьмите. А, ну, в таком случае разрешите откланяться? Вы совершили большую ошибку. Кто этот человек? Я его видела на заводе. Не бери в голову, мама. Кать, боже мой. Боже праведный. Как живет моя дочь? Ой, мама. О. Здравствуйте, Ради Игнатьевич. Что с вами? Вот цветок упал. Я тут искал пуговицу от пиджака. Вы ее искали под аспарагусом? Да, под аспарагусом. Видите ли, есть у меня такое странное свойство. Терять пуговицы от пиджаков именно под аспарагусами. А вы что, раньше не знали об этом, Екатерина? Как вас там по отчеству? Черт бы вас побрал! Да вы побрал. Не сердитесь. Ой. Где вещи, Светлана? Милиция забрала. Сказали, что передадут родственникам. А что там были за вещи? Честно говоря, я не знаю. Ерунда какая-нибудь. Они вам нужны? Нет, не нужны. Ну, просто так как дело закрыто, я хотел... Как закрыто? Закрыто, закрыто. Потому что версия подтвердилась. Действительно, инфаркт. Приходил капитан. Как его... Артемьев допрашивал меня. Арефьев, как его по отчеству. Высокий такой. Арсеньев. Арсеньев. Вы его знаете? Он меня вызывал. Жуткий зануда. Да, зануда. Ему бы в морге работать, души вынимать. Да. Да. Странно. Что странно? У вас пуговицы на пиджаке все на месте. А-а-а. Да нет, вы не волнуйтесь, я уберу здесь все и землю замету.
Слышите? Гавкает пес. Да. С вами поэму не напишешь. Это стучат станки. Они уже печатают программу Григория Сергеевича. Завтра она выйдет отдельной брошюрой. Знаете, когда я читала эту программу, то подумала... А не послать ли ее в Государственную Думу? Да, Слава. А зачем вы все это снимаете? Ну как зачем? Для истории. Потом вы отберете лучшие кадры, и мы смонтируем. Прелестный сюжетик. Так, так. Ромчик, слушай, сними-ка вот эти фотографии. А вы знаете, что главное в этой программе? Не-а. Лев Толстой. Вернее, его мысль. Пусть каждый метет перед своей дверью, тогда вся улица будет чистой. Да, хорошая мысль. Хорошо, когда хорош... Пусть каждый метет перед своей дверью, тогда вся улица будет чистой. Да, хорошая мысль. Хорошо, когда хороший бизнесмен, да еще и хорошо начитан. Да. Так, пишу. Но это все политика. А красивым женщинам она скучна. Давайте поговорим о детях. Давай. Ваш первенец коренной москвич? Нет. Я родила его в Карловых Варах. Кто? Назвали его Карл. Я назвала его Петя. Пропустите. Петр Островский. О, звучит. Старший лейтенант, а я вас не вызывал. Да, не вызывал. Я узнала, что дело об убийстве Светланы Калининой закрыто. Садись. В ногах что? Правды нет, как и в милиции. Не приводи меня в бешенство. Остынь. Слушай, ты действительно думаешь, что она сама умерла? Пошла погулять с пуделем, сел на скамеечку, привязал собаку. А ты не заметил, какой там узел был на поводке? Какой? Двойной. Угу. И сильно затянутый. Зачем ей было так привязывать собаку? Вот это сборник детективов. Уголовный кодекс Российской Федерации. Советую ознакомиться. Есть показания врачей, экспертов? И моя версия туда не вписывается, да? Взгляни. Видишь машину? Угу. Под ней человек? Да. Что он там делает? Он там гайки крутит при свете фонарика в антигигиеничных условиях. Правильно. А другой человек сказал бы, что его задавила машина. Да не сказал бы, если он не дурак. На скорости эта машина отбросила бы этого человека или переехала его всеми колесами. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Я дура. Там у Светки в квартире... Люди в жмурки играли, а я все толдычу. Ее убили. Убили жестоко, нагло, цинично. Убил извращенец, которому мало просто убить. Катя, послушай меня. Послушай меня с тем же вниманием, с каким ты разглядела узел на поводке пуделя и вот этого человека под машиной. Ты молодая, красивая. Умная. Ты уже старший лейтенант. Но ты не из уголовного розыска. Твои показания у меня есть. Все. Остальное уже мое дело.
лезь туда, где тебя не ждут. Вернее, где тебя уже ждут. Следствие идет так, как оно должно идти. Ты все поняла? Ничего повторять не нужно. Нужно, Дима. Потому что если убийства не было, почему тогда ко мне приходил... Кто? Один человек.
Ну, перестань, перестань. Это я. Успокойся. Ну, чего дерешься? Дима! Что? Дима, он там, поем. Подъезди, поймай его, Дим. Идем. Он на меня с ножом. Он меня хотел убить. Кто? Не знаю. Кажется, это БМВ там. Я темно, я не уверена. Не уверена. Зачем ты туда пошла? Я просто... Какой черт? Я же тебе говорил, не лезь. Там, там свет в окне, там кто-то был. И что? Ты хотела его связать и привезти в милицию? Нет, я просто думала, что... Ты я... понимаешь, что тебя могли убить? Дима, я просто хотела... Чего ты хотела? Чего? Не ори на меня, пожалуйста. Буду орать! Все сыщики, все разведчики. От горшка два вершка, туда же. На. Дима, ну перестань. Я просто... Я испугалась. Дима. Добрый вечер, товарищ старший лейтенант. Здравствуйте. А я вижу, вам наш двор понравился. Тихо у вас тут, спокойно. Да. Птички поют. Да. С таксой гуляете? Нет, я в гостях был. Ну и припозднился немножко, да. Поздно уже. Вы шли бы домой, как бы чего это... А чего? Ну, осторожность, наш друг. Да ну, я не боюсь. Я же не красная девица. А я вот красная. Я очень хочу остаться в одиночестве. Ухожу, ухожу, ухожу. Я так понимаю, что никакого здесь убийства у нас не было? Нет, не было. Ни чисто английского, ни нашего отечественного тоже не было. Ага. Идите домой. Ага. Хожу, хожу, хожу. Это твое? Мое. Спасибо, а то я могла простудиться. Едем? Куда? К тебе домой. Или ты хочешь остаться здесь и пострелять из пистолета? Дима, откуда ты тут взялся? Я поехал за тобой следом. Так и знал, что ты во что-нибудь вляпаешься. Правда? Правда, правда. Сделаем так. Я отвезу тебя домой и передам твоему милому другу из рук в руки. Целехонькую. Ничего не получится, его нету дома, он на работе. Ну хорошо, закроешься на все замки. Я не хочу домой. Дима, ты не мог бы... Что? Отвезти меня в казино. Я хочу коллегу. Тебе этого мало? Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Коллегу так коллегу. Спасибо. Ой, а куда мы идем? Я... Мне нужен Олег Сотников, крупье. Да? Да. Огорчу, огорчу. У него сегодня выходной, к сожалению. Как выходной? А, собственно, вы кто ему будете? Я именно то, о чем вы сейчас подумали. Двоюродная сестра. А я подумал, что троюродная. На троюродную я не потяну, к сожалению. Вы правы. Двоюродная вам больше к лицу? Да, наверное. Вы знаете, я думаю, что ваш братец... Двоюродный, да? Угу. Колбасится на дискотеке. Вон там. Ну, идемте, идемте, идемте. Идемте. Ой, какие мы мокрые.
ли ты? Потерпи. Какое пиво? Ну какое пиво? Ну ты че, умрешь, что ли? Ну че ты мне весь кайф обламываешь, а? Вован, ну че? Братле, поможет? Да че жди, помочь? Подождите там. Давай, ладно, сейчас. Да, да, да. Да. Я приеду сейчас, не переживай. Да, да. Не переживай, я еду уже. Ну, все, увидимся. Держи. Все нормально. Рассчитайся с ним. Все. Mm-hmm. Да. Ну все, Вован. Давай, если что, заходите. Давай, счастливо. Эй, мужики! Чего тебе? Куда это вы спешите? А я тут гуляю, гуляю и думаю, кому б морду набить? Ну а ты! Люба, Люба. Олег, это я, это Катя. Люба. Не надо. Эй. Товарищ старший лейтенант, сегодня что, день плача? Ты не уехал, Дим? Почему? Да так, мотор заглох. То да сё, потом колесо отвалилось. Тебя кто-нибудь обидел? Нет. Похоже, твой друг не очень тебе обрадовался. Нет, он обрадовался. Ну ладно. Куда едем? Домой? Нет. Я боюсь домой. Вдруг опять придет этот человек. К родителям? Нет. Мама будет переживать, волокордин глотать. Тетя, дядя, вокзал, КПЗ. Не надо КПЗ. Ясно. Ситуация нестандартная. Решение принимает старший по званию. Поехали. Так. Будем есть, будем пить. Будем? Риторический вопрос. У тебя хорошая квартира. Да ничего. У нее есть один недостаток. Она не моя. А так старая квартира, скрипучая, с привидениями. Женского пола? Извини. А ты правда из Москвы? Ну, родился в Нижнем Тагиле, учился в Перми. А потом много где жил. В Нижнем Новгороде, в Анадыре и в Москве. Клюкнем? Ну, это ж не Клюквенная. А Лазанская долина. Белый полусладок. Есть водка. Генералиссимус. Но ее надо пить стоя, взяв руку под козырек. Я ж не пью. Да и я не запойный. Слушай, а ты давно видела себя в зеркале? С утреца. А что? С тех пор многое изменилось.
Мамочка моя, ну как хорошо, что я к тебе не поехала. Хочешь в душ? Нет, спасибо. Давай, давай. А я пока покухарю. Не люблю, когда кто-нибудь исходит слюной, пока я готовлю. Давай, давай. Но я правда не хочу. Дарю тебе майку. Только вчера купил. Будет великовато, зато фирма. Ладно, спасибо. Фирма. Да. Там задвижка есть. Закройся. Ладно. Товарищ старший лейтенант, сугубо кулинарный вопрос. Как вы относитесь к майонезу? Терпеть его не могу. Ясно. Очень вкусно готовишь. Где так научился? Там-сям. Живу один. Приходится. А этот компот я сварил в Марокко. Помню, ехал однажды на верблюде. Не, на самом деле, правда. Все очень вкусно. И картошка, и салат, и венцо. Между прочим, мы выдали половину бутылки. Кошмар. Не-не-не, ты что, мне хватит. А что ты будешь теперь делать? Ты о чем? Ну, обо всем, что здесь творится. Нет, ну... Это ж понятно, что эти люди как-то связаны между собой. Зубарев, Светлана Калинина, этот человек на БМВ, потом хозяин завода. Вот только как они связаны, чем? Вот что интересно. Катя, я тебя просил не лезть в это дело. Меня чуть не убили сегодня. Я могу у родной милиции спросить хотя бы, зачем, почему? Почему в домах на улице Бонч-Бруевич ходят люди с ножами? Это не твоя война. Держись от этой грязи подальше. И с тобой ничего не случится. А ты?
Что я? Я в этой грязи живу. Это моя работа. А сколько тебе лет? 28. А как люди становятся милиционерами? По-разному. Вот твой Олег. Кем хочет стать? Понятия не имею. Говорит, что юристом. Ну, есть высшая школа, училище, академия. Тебе это интересно? Просто я не знаю, о чем говорить. У меня есть гитара. Играешь? Я бездарь. Песня. Катерина сгорает быстрее свечей, Катерина угасает быстрее, чем свет. Катерина убегает от нас, как ручей, никогда не доедая конфет. Она стареет в день на тысячи лет, она лицом молодеет за часом час. У нее есть, наверное, какой-то секрет, недоступный для нас. Катерина родилась еще до пирамид. Катерина созерцает 21 век. Если верить всему, что она говорит, ей известно все, что делает любой человек. Я коснусь ее груди, я коснусь ее бедра. Она скажет, оставь мне, надоела игра. Это то же, что я видела позавчера. Зачем повторять еще раз? Я учусь у нее не страдать от жажды. Я учусь парить, не цепляясь за вещи. А когда я по привычке что-то делаю дважды, то я слышу ее голос, вещи. Катерина родилась еще до пирамид. Катерина созерцает 21 век. Если верить всему, что она говорит, ей известно все, что делает любой человек. Катерина родилась еще до пирамид. Катерина созерцает 21 век. Если верить всему, что она говорит, ей известно все, что делает любой человек. Ночь под желтой луной, страх в устах.
знаю точно, осталось время, еще не поздно все изменить.